сожалению, не могу, потому что работаю еще в других местах и выступаю еще на одном фестивале музыкальном. Вот, поэтому, к сожалению, к моему большому, не могу. Привезу обязательно свою новую песню «Не верю» и номер на нее, который мы сейчас ставим с хореографом. Будет очень круто, атмосферно, модно и жарко. В прошлом году на жаре ничего не успела посмотреть, потому что я прилетела в день, собственно, своего выступления. У меня был вариант либо поспать пару часов, потому что до этого я тоже была на гастролях в другом городе, либо сходить к морю или поехать в старый город. Я подумала, что нужно выспаться, потому что мой выход на сцену был ночью, поздно ночью. Красная дорожка была около 6-7 вечера, и нужно было быть весь вечер на бодрячке. Поэтому я подумала, что как бы, чтобы хорошо выглядеть на сцене, чтобы вокал хорошо звучал, я, естественно, пела вживую, нужно выспаться. Надеюсь, что в этом году мне не придется выбирать между сном и каким-то хотя бы мини-экскурсионным туром, и я все успею. Ну, безусловно, я периодически сотрудничаю со стилистами, особенно если речь идет о каких-то глобальных мероприятиях, съемках, ответственных, важных моментах. Но сегодня я наряжалась сама, и очень часто я делаю все сама. Вот. Ну, по-разному. Я, в общем, отдаю себе отчет в том, что, наверное, по отношению к себе объективной быть не то чтобы сложно, даже, я бы сказала, невозможно. Поэтому, если профессионалы своего дела мне говорят, что вот это вот не очень или лучше вот так, то я прислушиваюсь. Я была в огромном количестве восточных стран. Из последних моих восточных открытий – это Туркменистан, такая полузакрытая страна, в которой мне удалось побывать. Мы выступали там на государственном большом празднике вместе с Джоном Ньюманом. И я, как фанатка, сфотографировалась с Джоном Ньюманом. Мне было очень неудобно, у нас были рядом гримерки. Я после выступления зашла к нему и сказала: «Джон, one photo». Он меня похвалил, сказал, что он видел мое выступление, это было очень приятно. А если говорить о стране, а не о том, что я удовлетворила наконец-таки свои тщеславные моменты, то, конечно, там безумно красиво. И я, честно признаюсь, не ожидала, потому что там невероятная чистота, невероятно все современно, прогрессивно. Там везде кондиционируемые остановки, все пешеходные переходы с эскалаторами, какие-то зеркальные модные светофоры. Все супер круто, продвинуто. И правда, там закрыт практически весь интернет. Но есть специальные моменты, через которые можно обойти эти запреты. Я бы не хотела об этом говорить, потому что, несмотря на то, что предложение выдалось, так сказать, общественным практически, это достаточно такой личный момент, и я хочу, чтобы это осталось в кругу моей семьи исключительно.